Гарри мне порекомендовала моя знакомая, мы встретились в его офисе. В очень такую критическую минуту он очень честно оценил ситуацию. Может быть, эта ситуация не была сильно выгодная, допустим, даже для него, но в интересах, ну, скажем, своего клиента он очень честно сказал, как ситуация на самом деле, и это просто уберегло меня от очень-очень-очень таких сложных последствий. Я ему очень признательна, потому что, опять же, доверие и порядочность, и честность для меня очень важны. А Гарри Рапопорт очень порядочный риэлтор, который будет отстаивать ваши интересы, настойчивый, но терпеливый. И вот, кстати, то, что человек терпеливый в этом бизнесе, где дома должны быстро продаваться, он имеет терпение к клиенту, он понимает особенность каждого, так скажем, индивидуальный подход. И очень, ну, такой человеческий фактор присутствует. Не только лишь бы продать property, а именно сделать клиента счастливым. Вот это вот такое качество, оно достаточно нечасто встречается, наверное, в таком бизнесе, как real estate. Но мне оно очень по душе.